утро. И чем же нас радует погода? Вот таким снегопадом. Ну, чем она еще может порадовать? Вообще, этот май – это что-то с чем-то. Никогда такого не было. Я помню, был один год раньше, на 9 мая. Я такая загорелая уже была. Можно только об этом вспоминать теперь. 4 мая. Время без 27 утра. Снова зима пришла к нам. Какой-то кошмар. Хорошая-то погода, на улице никого особо нет. А уж в такую хозяин собаку свою не выгонит на улицу, если он хороший. Вот уже и снег весь прошел. Все уже. А такой был снегопад с утра. Патрюша гуляет счастливый. Домой уже сейчас пойдет. Все. Быстро нагулялся. Муж проснулся, говорит, неужели снег был? Я говорю, спать надо было меньше. Тогда бы все увидел. Порезала лучок, морковку, капусту. Сейчас сюда положу фарш. И это будет на ужин. Ну вот так. Часть фарша я оставила, сделаю фрикадельки, завтра суп сварю. На медленном огне вот так вот тушится. У меня паприка, итальянские травы, перчик и немного соли. Капуста, морковь, лук, фарш жарю на растительном масле и с добавлением сливочного. Я добавила гречку, здесь немного сливок, чтобы тушилась эта капуста, а не жарила. На супчик сделала фрикадельки еще. Попробуй, пожалуйста, как. Нет, на вот, возьми. Аккуратно только, чтобы не обжегся. Угу. Что? Вкусно. Вкусно. Соли всего хватает? Угу. Деликатная стирка была. Ну вот все, стирка закончилась. Патрюшкин, сразу сухой корм начал грызть, да, Патрюшенька? Ну как там на улице, не потеплело? Холодно, ветер такой холодный, ужас, ну что это такое? Бананов так и нет, да? Нет, пойду сейчас в Вероне схожу, может там есть. А так все остальное? Почты нету, так все есть. Ага, ну ладно. Рик очень ждал тебя, видишь как, бегом сразу. Бананы только там такие были, зеленые. Ну, и то последние. Ты же клубнику принес. Да. Так что, значит, будем клубнику. А этих здесь нету. Кушать и ждать, когда поспеют бананы. Там большие тоже сами набирают. А этих маленьких не было ящиков. Ты, имеешь в виду. Всего на 11,48 покупки, 5,99 клубника килограмм. €29 творог, две упаковки на 2,58 и 2,79 стоят бананы на 2,91, чуть больше килограмма. Бананы очень некрасивые, прямо, скажем, совсем некрасивые, но упакованы очень по-хитрому. И вот такой вот творог 9%, здесь 250 грамм, эта пачка мне на 3 раза. Такая греческая клубника, тут килограмм. Красивая, красивая клубника. Показать-то. Патрюша, ты мне скажи, я же кушать спрашивала, хочет или нет. Владимира Андреевича, но никак не тебя. А? Да, ты только что сухой корм ел, а? Куколка. А ты кушать захотел? Слово услышал, да? Что тут у тебя? Ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, я тебя поправлю. Что у тебя вылезло у тебя? Да ты вот в кровати спал? Да, спал ты в кровати. А? Хороший мой. Патрюша. Что, подожди. Это же Площадь Победы, Вирула, кинотеатр. Да. Будет церковь. Пастор Эстонской полноевангельской церкви, слава Божия. Не слава Божия, а слово Божие. Слово Божие, Антон Карханин.
Сейчас они находятся в Трилобите, а теперь они, вот видишь, ой, купили это здание. Теперь там будет церковь. Ну, это кошмар, конечно. И теперь никакого рынка и никаких там, наверное, ярмарок. Там, наверное, ничего не будет. И никаких ярмарок не будет. Ну, около Верони будут постоянно. Слушай, ну это, конечно, грустно. Это совсем грустно. Центр города и... Владельцы таллинские были, Владя. Слово Божие. А чем им не понравился Трилобит? Ну, места мало. Так а мне кажется, что там в Трилобите очень большой зал. Скорее всего, наверное, в стороне, а хочется в центре города быть. У них же, видишь, и Кескале 17, и Трилобита два места, и малые. Я думаю, скорее... А, ну Кескале 17, это же рядом с Гуру Правой. Ну что, вот как, где социалка? Я думаю, скорее всего, наверное, жители будут рады, потому что там постоянный шум, эти ярмарки, эти праздники, и приезжают... А теперь будет там тихо. Слово Божье. Уютно, когда утром смотришь вот такую вот приятную передачу. За окошком солнышко, хотя очень-очень холодно. А здесь вот про ароматы, парфюмы, которые можно купить для квартиры. И, конечно, эта передача поднимает настроение на целый день. Очень интересно. Вот такие вот новости утром под кофе. Люшек, ты ждешь, когда тебя на улицу выведут, да? Ждешь? Кушать не желаешь пока, да? Сейчас выведут тебя. Сейчас мой зайчик. Сейчас там новости Владимир Андреевич начитается и поведет тебя на улицу, да? Ты слушаешь так внимательно. Знакомое слово. Да, слово у тебя знакомое. Владимир Андреевич готов? Походу на улицу с ребенком. Готов. Патрюшка, ты счастлив? Конечно, на коротком старте ребенок, да? На коротком старте тебя надо одеть сначала, пижамку снять. Да, пижамку надо снять сначала. Ох, ох, побежал, довольный. Все, понял, что сейчас поведут уже. У нас мокрый снег. Очень радостно это. Ты нас... Как на улице? Ну, если вот в этой куртке холодно, как ты думаешь, как на улице? Осенняя куртка. Слушай, такое ощущение, что поздняя осень, да? Ну, если сейчас у тебя еще снег обещают, как ты думаешь, сегодня? Ну да, снег обещают, это точно. Как же мы завтра поедем на день рождения Коли на хутор? А что там дома сидеть? Какая разница? Дома сидеть, то, а? Ты на веранде захотел посидеть. Конечно, конечно. Хочется на веранде. Хочется, вот. Через окно на солнышко. Воздушные ванны, вот. Солнечные лучи. Я сейчас окно открою, вот тебе воздушная ванна. Ты добрый. Добрый Владимир Андреевич муж. Я шубейку с Патриком надену, а ты принимай воздушные ванны. Я очень рада этому. А у тебя мурашки тоже такие же, как у Владимира Андреевича мурашки? Что-то он хвост поджавший прибежал, а? Ты его там ругал, что ли? Почему? Наверное, и собак-то никаких нет на улице. А? Патрюша, есть там собачки или не гуляют? Соседка на нас навстречу попалась. Какая соседка? А, с собачкой со своей вышла? Да. Ну, они поднимались по лестнице, а мы... А вы на улицу шли? Да. Счастлив ты после прогулки? Чё ты дергаешься, по-моему, от мурашек от каких-то? А? Ой. Что вздыхаешь? Судьба такое, тяжкая. Такое лето будет. Да уж. Вам, Владимир Андреевич, билеты нам в Италию покупать, погреться. Погреться. Что, слабо? Слабо. А чего так? А, пенсия не позволяет. Смотри. У нас будет Италия... Где? Так, ну, метров 300-400 по лейке. На пруд, что ли? Да. Слышишь, я хочу сказать, раньше из церкви кинотеатры делали, а теперь у нас из кинотеатров делают... Наоборот, церковь, только не православную или католическую, а, не знаю, трудно выговорить даже какую.
О чем они там будут вещать? О лучшем мире, наверное. Ну, выйди он на лейку и спроси, там стоят. Тебя вчера привлечь хотели к этой вере? Да, не привлечь, а что? Разъяснить. Разъяснить, в чем вера заключается, да? И в чем это счастье? И ты шарахнулся от них? Нет, я сказал, я не из вашей секты. У нас своя домашняя секта. Смотрит и удовольствие от этого получает, а? Для души кусочек счастья. Ой, Господи. Вот. О чем надо думать? О счастье. Вот у нас счастье. Хвост только торчит. Кушай, маленький, кушай. Смотри, еще и цветы не высаживают до сих пор, да? Да никто не высаживает. Ира говорит, вот когда теперь я кабачки буду сажать? Я имею в виду, в городе не высаживают цветы. Ну, не, около дома же. Обычно на 1 мая фонтаны уже и цветы посажены, а тут вообще ничего. Снегом припорошит. С 9 мая 14 градусов тепла обещают. Пошел вверх, 16. Ну, может быть, сразу как жара наступит. Да, да. И мы будем счастливы. 16 градусов. Сладко спит, погулял, поел и на солнышке. Иду, и не просто иду. А еще и несу. Да. Рабочий инструмент. А блины печь нельзя? Да нет. Когда ты научишься себя жалеть? Вот да? Что тебе эта кухня-то дает? А что? Одни болезни. Почему? Какие болезни она мне дает? Что кухня мне дает? Усталость, отдыхать тоже надо. Для чего делаются выходные, а у тебя их нету? Да? Да. Ты мне... А потом я виноват. Ты не виноват, ты запрещаешь мне двигаться. Лежи на диване. Лежи, отдыхай, да. У тебя сегодня будет, это как это, отдых от еды. У меня будет от всего отдых. Понятно. Кроме работы. Видишь, работу заставляешь ты меня. Я от работы буду отдохнуть. Тебе надо двигаться. Так двигаться надо вон где. Ты сейчас что делал? А там холодно. Целый час немецким занимался. Ну да. Ну вот. Это ж не движение, без движения. Если бы за это еще шаги бы шли. А ты так это, двигай на диване. Придумать бы такое. На диване велосипед крутил. Да, ага. Бедные медведи. Куда их муж закинул перед работой? Патрик, ты почему не следишь, где твои игрушки лежат? Иди, накажи словесно своего любимку, почему он твои игрушки туда убрал. Патрюша, иди, разберись с ним. Иди, разберись. Иди, сделай подлое дело, Патрик. Что умная собака? Патрюша, он говорит, ты умная собака, подлости делать не умеешь. Патрюшки, ну-ка беги скорей. Беги, Патрик. Патрик, не ходи. Беги, беги. Вот, молодец. Маленький упал, жёлтый был. Ты слышишь, что про тебя говорит твой любимка? Что я тебя приучила к чему? А? Что ты сказал? К чистоте, что он доверяет, даже за ним убирает только с чистыми руками. Да, муж идет. Подождал, когда я помою руки и сварил свое. Патрюша, ты молодец. Да, хороший мальчик. Ты любишь чистоту, да, чтобы там порядок был. И руки, чтобы чистые были, да. А как же, Патрюшкин. И сразу вкусняшку пришел просить. Четко знает, за что. Не за то, что ты пылесосил, а за то, что он пописал. В теплой куртке. Вон, Патрика, возьми вместо грелки. Патрюша. Он меня еще больше заморозит. Пришел проверить, все ли тут на месте, его игрушки.
Все на месте. А что ты там вкусняшку ищешь? В связи с чем, Патрик? В связи с чем ты там ищешь вкусняшку? Вот объясни. Тебе я все выдала. Да. Он говорит, идти шаги нашагивать и плюх на диван. Спасибо, что всем смотрите. Спасибо, что пишете. Счастья, любви, чистого неба над головой. Пишите больше. Что ты хочешь, чтобы тебе писали? Не мне, тебе. Мне? Чтобы ругали меня больше. Почему ругали? Я ж хвалят. Сомневаюсь я в этом. Так что ты что-то на зрителей накатываешь, на праслину. Да. Единицы это не в счет. Всем пока.